2009 в Торонто, в международном аэропорту Пирсон приземлились два USAF F-16. F-16 Falcon – компактные военные истребители производства компании Lockheed Martin. Они имеют высокую маневренность и хорошо проявили себя как в воздушных сражениях, так и в операциях по уничтожению целей на земле с воздуха. Самолеты недороги в цене, хотя снабжены высокоточным оружием. Используются в США и странах-союзниках Америки. Маневренность и радиус действия F-16 позволяют самолетам быть незаменимыми в выполнении военных задач в воздухе. F-16 могут определять цели на земле при любых погодных условиях и легко обнаруживать низколетящие самолеты. Для выполнения задач воздух-земля F-16 могут пролетать более 500 миль, чтобы доставить свое оружие точно по назначению. Самолеты хорошо защищают себя от нападений в воздухе, что позволяет им выполнить поставленную задачу и вернуться обратно на базу. Истребители F-16 разрабатывались на основе предыдущих моделей F-15 и F-111. Инженерам-разработчикам удалось упростить модель самолета, уменьшить его размер и вес, покупную цену и расходы на обслуживание. Облегченный фюзеляж F-16 получен без снижения прочности самолета. С полным баком топлива F-16 может выдерживать 9-кратные нагрузки гравитации, что значительно превышает возможности других самолетов подобного типа. Кабина сконструирована так, чтобы пилот имел неограниченную возможность обзора как вперед-назад, так и по сторонам. Угол наклона сидения изменен с обычных 13 до 30 градусов, что существенно увеличивает комфортность для пилота и его способность удерживать большие перегрузки. Самолет снабжен системой Fly-by-Wire, которая позволяет пилоту отлично контролировать ситуацию во время полета. Команды пилота передаются по электрическим проводам вместо обычных кабелей. Для более легкого и точного контроля самолета во время высоких гравитационных нагрузок и сложных военных маневров имеется рычаг управления, который располагается сбоку, а не посередине, как в других моделях. Давление, которое поступает от руки пилота на рычаг управления, посылает электрические сигналы штурвалу или элеронам. USAF F-16 берет на борт две бомбы весом по 2000 фунтов каждая, две ракеты AIM-9 и запасной бак топлива весом в 1040 галлонов. Максимальная скорость, с которой может лететь самолет, 1500 миль в час. Максимальная высота полета – 15 тысяч метров. Демонстрировал возможности F-16 Fighting Falcon на авиашоу в Торонто майор Джордж Клиффорд, пилот демонстрационной группы Air Combat Command Swiper East. Клиффорд представляет американский F-16 на авиашоу в 65 странах мира. Недавно он стал инструктором пилотажа на F-16. На его счету 1225 часов полетов, в том числе 1050 часов на F-16.
F-16 был построен в соответствии с необычным соглашением между США и четырьмя странами НАТО – Бельгией, Данией, Нидерландами и Норвегией. В международном авиашоу в Торонто принимал участие еще один военный истребитель F-22 «Раптор», за штурвалом которого сидел опытный летчик, 32-летний майор Дэйв Скалиски. Майор Скалиски возглавляет американскую военно-воздушную F-22 «Раптор» пилотажную демонстрационную команду, базирующуюся в Лэнгли, штат Вирджиния. Как командир, Скалиски ответственен за представление военно-воздушного командования Воздушного флота США, Американского департамента безопасности и Соединенных Штатов Америки на более чем 30 авиашоу ежегодно. Он руководит командой F-22 «Раптор» из 14 человек, которые выполняют полеты на авиашоу на демонстрационном самолете стоимостью $137 миллионов и демонстрируют его исключительные качества перед 10 миллионами зрителей ежегодно. Мартин Боинг F-22 «Раптор» – военный истребитель пятого поколения, построенный с использованием технологии стелс. Основная цель разработчиков F-22 «Раптор» была создать самолет, который бы имел преимущество в воздушном пространстве. Но его дополнительные возможности позволяют атаковать наземные объекты с воздуха, вести электронную войну и разведку. В США этот самолет рассматривается как критически важная составная часть военно-воздушных сил страны и будущего американского тактического воздушного оружия. Straight into the vertical. Ladies and gentlemen, from your right, the Raptor slow speed pass. Как заявляет Lockheed Martin, комбинация технологий стелс, скорости, маневренности, точности и ситуационной осведомленности в сочетании с воздух-воздух и воздух-земля боевыми возможностями делают Raptor самым лучшим истребителем в мире.